До Дня Победы остаются считанные дни, и наш телеканал традиционно подготовил рубрику «Мы помним, мы гордимся». В ней школьники будут вспоминать своих предков-фронтовиков, читать стихи о войне. Таким образом, ребята скажут спасибо ветеранам войны, тружникам тыла и тем, кто пал на поле боя, сражаясь за сегодняшнее мирное небо над нашей головой. В следующем материале ученики 3-й школы Твери поздравляют ветеранов с праздником. Я посвящаю свой стих прадеду Карлову Антону Михайловичу. С весной приходит день победы, и каждый раз мы ждем его. Все меньше с нами ветеранов, и горько всем нам от того. Мы рады жить по мирным небам, спасибо тем, кто воевал. Так сохраним же это счастье, для нас ведь кто-то пострадал. От всей души я поздравляю, желаю мира и добра, народа. Подвиг всем всегда мы и не забудем никогда. Я посвящаю свой стих прадеду Савкину Николаю Ивановичу, который вернулся домой и прошел всю войну. Давно ушла от вас война, седыми стали ветераны, и 45-я весна до ныне лечит ваши раны. Вы отстояли мир в боях с врагом жестоким и коварным. И навсегда в людских сердцах ваш подвиг будет легендарным. И сколько весен не пройдет, одну мы будем помнить свято. Весну, которую народ великой сделал в 45-м.